выиграть лотерею на грин-карту. Ну, лотерею на грин-карту тяжело действительно выиграть, но это реальная лотерея. Реально я знаю массу людей, которые выиграли, которые приехали. И поэтому это существует, это не обман. Просто не нужно попадаться, платить кому-то, покупать номера, желательно, если вы там это каждый год подаете, подавайте, может, каждый раз делайте новую фотографию, не используйте ту же старую фотографию. Есть какие-то приемы на интернете, на Google есть очень много, на YouTube разных видео, которые рассказывают, как правильно заполнить, что может повысить ваши шансы, что может понизить шансы. Но как бы не попадайтесь на разные разводы, кидаловы, когда там номера вам продают за деньги, или как бы незнающие люди вас как-то дурят с этим делом. Вот, так что, но относительно других лотерей, я считаю, что это лотерея, которая реальная и может изменить вашу жизнь к лучшему, и вы можете подать. Удачи, надеюсь увидеть вас в Америке, чтобы выиграть. Всего хорошего.